Не-не, тут, короче, интересно, что на этом шлеме можно менять расстояние линз от глаз. Походу, оно у меня сбилось, потому что вот сейчас я поправил, гораздо лучше стало. Вот, кстати, Левиафан, вот это вот висит у меня на стене, прикрутил к станции слежения, чтобы джойстики отслеживались нормально со шлемом. Кстати, заметил, как чат вообще клево? Так. Excuse me, the fuck, я только уже этой охранялся. Так, звук в игре слышно? Так. Меня плохо слышно. В смысле плохо? Плохо и вообще плохо или как? Или терпимо? Потому что я бы не хотел лишний раз снимать этот шлем, честно говоря. Почему ситет? Почему он мне сейчас показал ситет? Я не понял. Стендинг. Во, совсем другое дело. А, окей. Так, ну ладно, не будем выпендриваться, пойдем этим путем тогда. Тут очень интересно, этот уровень довольно нелинейный. Тут вам можно кучу путей пойти, пройти. Не уровень, а вот эту секцию именно саму. Сейчас будет мочило. Все при мне. Так, вот эти крабики меня пугают. Как-то все мутно, все равно немножко. Я как-то все. Я, походу, все настройки сбил каким-то образом. Так, трое, да? Трое. Пока что я никого больше вроде здесь не вижу. Оба. Здесь, по идее, должно быть пусто, потому что я все брал, да?
Так. Блин, там дальше опасная довольно-таки комната вот эта. Ну ладно, попробуем. Мне топор все равно не нужен сейчас. Ой, топор, кувалда. О, меня заштормило. Ну, я думаю, потом VR этот начать Resident Evil 7 VR заново на Vive. Потому что здесь картинка получше, я думаю, управляться будет удобнее. Кстати, вот прыжок здесь плохо сделан. Прыжок мне здесь не нравится. Блин, я боюсь вперед идти. Мы сколько, 3 штуки убили, да? Что-то игра немножко подлагивает сегодня, но это странно. Так. Я не понимаю, в чем дело. Вроде все четко вижу, но вот как только начинаю вдаль смотреть, очень все. Ага. О, боже мой. Так, пожалуй, это не получится так. Так, один, кажется, помер. Да, мне надо очки настраивать после этого сейчас. Я вдали вообще только мыло вижу. Так.
Еще один. Все? Так. Можно попробовать. Так, короче, сейчас, значит, когда я целюсь, вот, у меня сейчас все перед глазами. Мыльная картинка очень еще. Очень странно, у меня раньше таких проблем не было. Вот можешь на эту поставить, это оптимальное значение, может. На стриме, да, но в очках у меня вообще мыло мыльное. Почему они сейчас сдвинулись? Я их вообще не трогал. Там такое ощущение, что сбивается. Вот, я сейчас, если я правым глазом смотрю, да, то я вижу мыло. Я не пойму, как лучше сделать. Так хуже, по-моему, только становится, или нет? Вот так лучше, гораздо лучше. Окей. Ну, может, да, может. Автомат. Так, окей. Это, кстати, было довольно быстро, их всех выпили. В прошлый раз я здесь проблематично с ними разбирался. Тут после сохранения все враги восстанавливаются. Ну, вообще, я вот, блин, я PlayStation не включал, VR на PlayStation не включал с момента, собственно, как купил Vive. Я думаю, будет сложно в него играть потом. Очень сложно. Только, может, эксклюзивы будут нормально выглядеть, типа Астробота, Кровь и Истина, что там еще-то было? Firewall, да? И что-то еще. А, я не вижу смысла размахиваться. Врагов так нельзя убить топором. Сразу говорю. Там надо топор брать тогда двумя руками. Так. Легко. На даче, на даче, не, ну на даче-то специальный колун нормальный.
Так, куда я батарею выкинул? Так, здесь мы зачистили все. Бах. Все равно очень мыльновато, я не понимаю. О, Анигири, привет. Еще раз. Это Boneworks игра называется. Вместе с Half-Life Alyx одна из причин, почему люди, ну, VR берут. Очень, очень такая технологичная игра, очень клевая. Довольно сложная. Очень непривычная. Очень много пазлов. Чат — это специальная другая программа. Сам чат так не работает. Ну, в смысле, это. Так, кстати, я могу эту сдвинуть с места, нет? Нет, она не двигается. Так. То есть это чисто специальная сторонняя программа, чтобы чат можно было читать. По идее, ее можно подвесить где угодно. На стенах, чтобы он появлялся. Еще где-то. Довольно любопытная система. Так. Вот там... И вот там враги, я хочу их проигнорить. Если получится, кажется, получится. Так, ладно, лестницы в этой игре — это моя проблема. Я до сих пор не понимаю, как они работают. Так, окей. Блять, надо же... Вот единственное, я не могу привыкнуть, что надо физически пригибаться здесь. Это очень тяжело. У меня кабель мешается. Да. Блядь-то. А что, кстати, насчет Левиафан, ты говорил насчет Valve и Half-Life Portal, да, очень сильно выглядят. И разработчики, когда делали игру, они подходили к Valve и предлагали сделать игру частью вселенной Half-Life. Но Valve отказались. И это очень забавно, потому что сейчас Half-Life Alyx делается, она с очень большой оглядкой делается на Boneworks. Так, еще. О, еще одна сохраненка. Что-то я не понял. Бах. Так. Пойду на всякий случай сохранюсь. А вот эти сохраненки, их добавили только-только-только. С новым апдейтом. Да, про зомби буду играть обязательно. Этот... До этого каждый уровень надо было за раз пройти, без сохранений. Это было ужасно. То есть уровни здесь идут часа по полтора, и надо без чекпоинтов пройти его было. Это была неудачная идея. Они, к счастью, поняли это. И добавили эти. А, это я. Так. Так. Нельзя. К
Кстати, вот тут пальцами можно. Можно так, так и вот так. Очень много здесь секретиков. Да-да-да, она, я видел, она очень клево выглядит. Очень хочется поиграть в нее. Там интересная система ближнего боя. А, они дерутся между друг другом? Я это не знал. Интересно, тут три фракции или две фракции врагов. Видите, насчет этого, то, что Half-Life, даже типа своих хэдкраба есть. Мне кажется, хэдкрабы выиграют. Он там? Так, блин. К счастью, они тупые. Это радует. Вот что единственное, конечно, у меня большая проблема здесь целиться из оружия. Потому что это надо реально прицеливаться с помощью мушки, там вот это все такое. И если есть прицел снайперский, то через прицел. Бля, возможно, я сделал это... Это была ошибка, возможно, они бесконечны. И нельзя стрелять одной рукой, кстати. Если стрелять, то тут такая отдача будет, что невозможно ни во что попасть. Я не знаю, с какого глаза вы видите. По-моему, я правый подключал. То есть можно было на выбор или левый, или правый подключать. То есть я стараюсь целиться правым, чтобы было удобнее. Так, вроде не падают новенькие. Отлично. Так, оттуда могут упасть еще новые. И, кстати, с этой игрой я реально уже вроде справа, да? Хорошо. Вот сейчас я, погоди, вот сейчас я держу руку около правого глаза. Так. С этой игрой пропала у меня совсем этот... тошнота при передвижении бариста. Поначалу мне было очень тяжело. То есть меня тут мутило вообще жутко. Странный звук. Возможно, это какой-то шорткат назад. Блять, я застрял в двери, что ли? Мне надо держаться в центре круга. Если я выйду за пределы круга... Да, дверь, походу, закрыта с той стороны.
Если я выйду за пределы круга, то может такое быть, что я пультом обо что-нибудь ёбну в комнате. Я уже пару раз вломил. Что, пусто, что ли? Что, серьезно? Это облом. Никого не появилось. Я чуть не разбил пульт. Он у меня уже чуть-чуть... Типа треснул немножко. Не треснул, а он... Этот, разошелся немножко. По швам. Еще здесь вообще охрененная система просто. Блин, я зря это делал, что ли? Неплохо бы фонарик, конечно. Да, я зря это делал. Вон. Кошка еще всех переживет. Воу. Контакт lost. Интересно, что это значит. Блин, я так Half-Life Alyx жду, я должен сказать. Там, кстати, вот такого перемещения по лестнице не будет. Там ты, если попадаешь на лестницу, ты автоматом телепортируешься наверх. Так. Да, 24 марта выходит. Ты что, ты не лезешь в карман? Я испугался света. Черный экран, не знаю. Ой, блин. Блять. Старость не радость. И зачем я это все делал? Откуда ты здесь? Блять, патроны кончились, ебать! Блять! Вот я сейчас ушел с этого круга, да, и я бы что-то ёбнулся очень сильно. Ну, не сильно так, могло быть сложность сильнее.
Фу, блядь. Порвать? Вряд ли. Порвать нет, наверное. Я даже не знал, что их можно хватать, на самом деле. Знаете что? Сейчас, одну секунду, мне надо шлем протереть. Так, я вернулся. А так? Окей. Короче, походу это просто вот эти странные... Было то, что шлем немного запотел, поэтому он мыльным мне казался. Все. Ну, фридайвер, привет. Так. Сейчас, момент. Все, все, мы живы. Все работает, все окей. Ой. А? Что? Здесь не предназначено, чтобы люди ходили, что ли? Возмутительно, смотрите-ка. О, Сарман, привет. Нет, пока еще... Пока не добрался еще. Так, ну ладно, здесь мы все... О, сейчас, секунду. Эй, блядь. Чёртовы видеоигры. Так, ну здесь мы уже были, здесь мы всех завалили. Все, у нас один только путь остался, окей. И я дебил. Или нет? Да, 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 все окей, все понятно. Все, ага. Я этого уровня с горой заранее боюсь уже. Так, я запутался в роуде, момент. А сейчас смысла нет сейчас сохраняться. А потом все двери опять будут закрыты, если что. То есть это просто точка, на которой я потом начну. Бля, что я делаю? Куда я пошел? О нет, о нет.
Откуда я достал этот кирпич? Блять. Он попал в меня, зараза. Так, их много там еще было, интересно. Блять. Так, я так понимаю, что это, скорее всего, конец уровня. Интересно, он упал туда. Да, иногда есть это самое. Я не понял, просто на тебя хотел глянуть, вот это что не понял. Этот, да, что-то сегодня как-то подтормаживает очень странно. На всякий случай один пистолет оставлю, потому что вдруг это все-таки не конец уровня. А вот сейчас нету ее в тени почему-то. Ха, интересно, она не всегда. Да, это конец уровня. Тогда сейчас, секунду. Нет, ящики нельзя туда закинуть, очень жаль. Не, отражается, все отражается. Когда тень есть, отражается все. Ну вот, этот, кстати, был довольно короткий уровень, на самом деле, интересно. Самый длинный уровень, это, наверное, были улицы. Или подземелья. Подземелье было сложно, потому что оружия там было мало. И там было темно постоянно. И врагов дохерища. Интересно, много ли еще уровней осталось? Пальцы-пистолет. Сейчас, когда этот... Когда загрузится игра.
Вот на этими тракпадами управление происходит, когда перемещение. Так. Долго здесь грузится уровень, долго. Стремно, что при начале следующего уровня, каждого уровня, у меня забирают все оружие. Мне это не нравится. Тени нет, тени нет. Пальцы пистолета, да? Улица? Улица — это был второй уровень игры. Не знаю, будет ли она еще. Сейчас что, у нас метро получается? Мы типа отсюда. Валим. У меня нет оружия. Я могу что-нибудь купить. Стоит ли мне что-нибудь покупать? Оно все стоит дохерища. Не хочу деньги тратить. Битсонды, ну, кредит. Нихера себе. Блин, знаете что, я, наверное, что-нибудь куплю. Наверное, пистолет какой-нибудь вшивый. Принципе, патронов у меня хватает. Патроны здесь выполняют функцию валюты. Сейчас, если мы ничего здесь не найдем. Прикалываешься, что ли? Блядь. Очень странный шкафчик. Обычно все нормально, можно здесь открыть. Почему-то именно он не хочет. Блядь, кошка! Странный шкаф. Кажется, гаечный ключ не очень... Да, не гаечный, газовый ключ, кажется, не очень хорошая идея. Вещь. Так, давайте пистолет купим еще. Топор рядом был, где? Это не топор, это была кувалда. Так. Все, у меня тут провода мешаются. Так. Все понятно, в общем, туда надо сюжет, поэтому пойдем сюда. Thank you.
Да, тут идти-то толком некуда. Да, они падают, они падают. Тут довольно интересная физика, конечно. Но квалда мне не очень нравится. Она медленная, она тяжелая. Вон, одной рукой ей вообще нельзя ничего сделать. А если двумя бить, то надо с размаху бить, чтобы был какой-нибудь эффект. А, я могу и здесь пройти. Давайте мы сначала осмотрим там. Да, это было бы очень интересно, если бы она переносила. Это было бы фиаско. И что у нас здесь? Ничего? А. Интересно. А где моя кувалда? Два куная? Блядский ящик. Так. Еще вопрос, как, насколько они эффективны, кстати, эти кунаи. Блядь, откуда ты взялся?
Опс. Сейчас, секунду, я опять по джойстику ёбнул. Упс. Так, в общем, что я скажу? Сейчас, что я скажу? Надо быть поаккуратнее, конечно. А еще я скажу, что кунай говно полное вообще. Кот, привет, кстати, еще раз. Так. Кунаи это... Я не знаю, их надо как-то, наверное, по-умному бросать, скорее всего. У меня так не получится. Я знаю, спасибо, я тренировался. Так, что у меня из оружия вообще? Погодите, а что там мой пистолет делает? Так. Надо не экономить патроны. Патронов здесь хватать должно, в принципе, по идее, на все. Он что, жив, что ли, еще хотите сказать? Нет. Вот этот уровень опять очень интересный, пошли уровни разветвленные. То есть куча проходов, куча проходов. Бля, я ненавижу эти штуки. Она залезет в мой карман, нет? Залезла. А, тут ничего, да? Окей. Здесь я возвращаюсь куда-то. Thank you.
Ух ты! Это круто выглядит. Не бы биту еще бейсбольную. Да, это мы вышли в начало, окей. Мне нужен ключ. Эй, второй халфе неплохой босс. Better than nothing. Продвигаемся. Да, Брин в конце он улетает. И надо к нему на время добежать до него и уничтожить вертолеты. Но вертолеты можно не уничтожать, в принципе. Меня что-то очень сегодня шлем очень сильно запотевает, я должен сказать. В принципе, мне наоборот эта глава понравилась, что у нас из оружия только играет пушка. Как-то клево было. Ключ нашли, отлично. Этой бы игре нормальную систему инвентаря вообще бы цены бы не было. Так, здесь мы все осмотрели. Мы не были еще в одном месте внизу. Ну, гель клёвый был. Здесь мы еще не были. Да ладно. То есть я мог бы даже эту дверь... А, нет, это желтый ключ. А, или этот ключ у меня есть? А, то есть в этой двери не было никакого смысла. Интересная здесь структура уровня, конечно.
Окей. Сейчас я опять с круга сошел. Я тебя не знаю. Я ему в ухо попал. Найс. Музыка здесь, да, здесь, вон она, где-то здесь. О, с радио. Так. Упс. Вот, теперь нормально. Да. Там враг будет стреляющий, это плохо. Окей, продолжаем свой путь. Допрыгну. Уи, нет. Не, здесь, блин, был бы здесь нормальный сюжет, конечно. Нахера вот там кнопка? Интересно. А, это желтый ключ. Но у меня уже есть желтый ключ. Блять, еще идут. Красиво. А, он жив.
Все, он мертв? Кажется, мертв. Street level access, кстати, там написано. Интересно, куда... YouTube VR, кстати, надо бы как-нибудь попробовать. А вот и сейвпоинт. Сколько сейчас времени? Никто не подскажет. Я думаю, может быть, это как раз отличное место, чтобы закончить. Так, если здесь сейвпоинт, значит, надо будет потом назад вернуть. Тем более, я вижу штуки из-под пазла. То есть, скорее всего, там пазл меня ждет. Да, меня ждет пазл. 18.38. Да, тогда я, пожалуй, закончу. Все-таки тяжеловато в VR сидеть долго, на самом деле. Отлично. Эй, это мое лицо. Так. И джойстики уже почти сели. Они это... ненадолго батарейки хватает. Что странно вообще. Главное, не лысый. Тяжко немножко, тяжко. Так, ну все, я дома. Ну все тогда. Блин, странно, иногда джойстик поверх чата, иногда нет. Короче, всем пока.